Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 июля. И так как я уже полностью погрузилась в переработку томатов, в заготовку семян, я теперь каждый отдельно сорт и не могу, не хватает времени у меня описывать. Буду все вот так вот, наверное, скорее всего, скопом. Но я не могла не сказать про джину. Вот видите, вот лежат томаты. Вот эта джина. Она у меня номер 12 в каталоге. Не могу не описать этот сорт, потому что этот сорт у нас... Ой, уже, видите, переспевает. Очень-очень популярный в Сибири. Хочу порекомендовать его для тех, у кого какие-то проблемы. Он даст вам урожай в любых условиях. Вообще, если описание прочитать, написано: скороспелый, высокоурожайный сорт. Срок созревания 105-115 дней. Растение детерминантное, не требует посынкования и подвязки. Я его, конечно, подвязываю, чтобы он на полу не валялось. Но если у вас, если вы, например, занимаетесь мульчированием, или если тканью закрыть землю, чтобы они не мокли, они вполне могут лежать просто так на земле, на валу, без подвязки. Многие так выращивают. И его особенность то, что он вот такой неприхотливый, мало ухода, но он крупноплодный. До 300 граммов можно вырастить томаты вот эти вот. Томаты мясистые такие, похожи на настоящие, несмотря на то, что это скороспелый сорт, похожи прям на настоящие такие плоды. В жаркое лето получаются очень сладкие. Они обычные, ярко-красного цвета, такой классический, плоско-округлой формы. Но они устойчивы к растрескиванию. Вот никогда почти на джине нет трещин. В одних и тех же условиях, если выращивать ее и другой сорт, там, где другой сорт треснет, у нее именно плоды товарного вида. Я знаю, что многие вот у меня знакомые, кто торгует на базаре, выбирают джину именно вот для ранней летней торговли. Идеальный. Вы видите, что какой вид идеальный, товарный вид. Очень хорошо подходит и для засолки, и для любой переработки, и в свежем виде. И вот этот вид, кто, вот у меня кто-то спрашивал, скажите, какой... самый, ну, товарный вид лучше у томатов. Вот этот хороший товарный вид. И хороший товарный вид вот у этого, у королевского номер 94. Я говорила вам уже, что он вырастает как на картинку. Вот вообще идеальный. Ни одной трещины, ни одной такой какой-то загибулины. Весь он как этот, ну, прям как на подбор. Видите, они шарики все одного размера. Это хотя уже не первые они урожай-то. Я уже давно снимаю. Это вот с теплицы. Все для тех, кто, кому идеальный вид важен. Вот номер 94 королевский и номер 12 джина. Оба сорта детерминантные, оба сорта не требуют сильно больших усилий, неприхотливые. Но джина еще и скороспелая, очень урожайная. Будет вся облеплена плодами. Все, до свидания.